sa zapada na istok Evrope. Sasvim drugačija povijest, drugačija priča, ali mnogo sličnih emocija i tenzija. U Moldaviji je naš Miro Ašić posjetio autonomnu Gagauziju u kojoj žive Gagauzi, mali narod turskog podrijetla i kršćanske vjere. Komrat, neugledan moldavski provincijski gradić sa samo 20 tisuća stanovnika, prijestolnica je autonomne republike Gagauzije. Prvo što upada u oči je to da ovdje, za razliku od ostatka Moldavije, dominira ruski jezik. Ну, иметь автономию – это означает то, что мы выделяемся тем, что мы отдельно культуру свою здесь имеем, свою, свой язык имеем родной здесь. По национальности мы как бы все здесь равны между собой. Да, поддерживаем друг друга всегда. Поэтому мы, как бы, получается, объединились и создали такую автономию, чтобы как-то выделяться на карте, скажем, чтобы нас видели, что существует такой народ с такой национальностью, как гагаузы. Гагаузи су 1990. Прогласили неовисну државу, коју додуше нитко није признао, а затим су 1994. Прихватили врло висок ступањ аутономије. Гагаузија има око 170 тисућа становника, има своју владу и парламент, а гувернер Гагаузије Михаил Формузал министар је у молдавској влади. Ми взяли за основу швейцарскую модель. У нас есть три официальных государственных языка. Гагаузский язык, молдавский язык и русский язык. Мы надеемся, что в ближайшее время примем еще один государственный язык, это болгарский, потому что у нас живут и болгары компактно. Итого, имеем три языка. Внутри ситуация, говори на каком хочешь языке. Гагаузи су народ турског подрјетла. У Националном музеју у Комрату испричана је прича о сеоби овога малог и единственог народа. Svojedobno su se iz Otomanskog carstva preselili u Bugarsku, a odatle 1812. kada je Rusija osvojila Besarabiju na područje koje i danas nastanjuju. Iako su do danas zadržali svoj jezik, turski, Gagauzi su prihvatili kršćanstvo. Tanci odličajca, muzika odličajca. Muzika bliže k etim turkskim narodom. Znači, v osobne šćas oni. Когда автономии дали, стали больше нажимать на тюркские произведения, песни там и тому подобное. Живеći više od stoljeća pod ruskim carem, a zatim u Sovjetskom savezu, Gagauzi su prihvatili ruski jezik i velikim dijelom rusku kulturu. Naša rodna krv i naše rodne misli, mi svi priučeni ruskom jeziku. Русские традиции, культура, обычаи и все одинаково, что с гагаузами. И мы единственные христиане, которые поддерживаем это. И мы всегда будем с Россией вместе. И то, что где-то нас хотят спровоцировать и говорить о том, что мы уже в Европе, пусть эти люди думают, они просто спровоцируют нас на большой скандал, а может и на конфликт. А мы этого не поддадимся. Gagauzi danas, neovisno o Kišinjevu, uređuju svoju republiku, u vlastitom parlamentu kroje zakone po svojoj mjeri. Imaju priliku očuvati kulturu i tradiciju, no od nečega treba i živjeti. Perspektivu je to, vezmem daže, dopustim, na elektro, ну, ресурсы, скажем так, которые будут у нас, теплоресурсы. Если будут цены ниже, то опять же у нас здесь можно будет жить лучше. Больше денег будет уходить, скажем так, на питание, на одежду, на какие-то развлечения. Kada je Moldavija počela pregovore s Europskom unijom i na kraju potpisala sporazum o pridruživanju, više od 98% Gagauza na referendumu se izjasnilo za bliske odnose s Carinskom unijom i Rusijom. Moldavija je taj referendum proglasila nevaljanim. Gagauzi jednostavno nisu oduševljeni Europskom unijom. То, что принесли в нашу культуру или в нашу страну, это нравственность, которую мы не можем принести. То есть это неправильные взгляды на некоторые вещи, о которых мне неудобно сейчас говорить. Узаконили некоторые законы, которые нам... Да. И поэтому... Это вам не близко. Это далеко. Guverner Mihajl Formuzal kaže da nisu protiv europskih integracija, ali da Gagauzija za njih jednostavno nije spremna. U nas je krasive jablaki, no u nas nije upakovke etih jablak, kalibrovke etih jablak, standardizacija etih jablak tak, kak u Europejskom sajuzi.
мы не можем конкурировать. Мы должны провести структурные реформы в области сельского хозяйства, модернизировать свое производство, и только после этого мы можем говорить о равноправном партнерском отношении со странами Европейского Союза. Сегодня этого нету. Muči ih i to što pola radno sposobnog stanovništva radi u Rusiji. Europsku uniju će na kraju i morati prihvatiti, ali ono što sigurno nikada neće i ne mogu, jest eventualno ujedinjenje Moldavije s Rumunjskom. Politička elita govori, Moldova neudačni projekt, Moldovu nada prisjedniti k Rumuniji. Mi, žitelji Gagauzije, govorim, što jeste vi prisjednjajte Moldovu k Rumuniji, mi stanovimo se nezavisnim gospodarstvom. Gagauzi su danas svjesni da kao mali narod ne mogu sudjelovati u geopolitičkim igrama. Za sebe žele izvući maksimalnu korist iz tih procesa, a za njih to znači dobre odnose sa svima, posebice s Rusijom. No pitanje je što će biti kada i Moskva nakon daljnjeg zbližavanja Moldavije i Europske unije potpuno zatvori svoja vrata. I bilo je to sve za večeras, a ako je potrebno još argumenata o bliskosti i u različitosti, promislite kako se svatko od nas katkad u nekoj životnoj situaciji zatekao u položaju manjine. Do idućih paralela, hvala vam lijepa i doviđenja.